Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем наблюдать с вами бои с шоу Northern Storm Wrestling в рамках питерского Comic-Con. И сейчас на наших экранах начинается матч между Фредди и Стервятником, известным вам по команде Антисанкции. Давайте посмотрим за этим поединком. Микрофона Валентин Арчук, и мы видим, как рестлеры присматриваются друг к другу. Но Фредди, естественно, более опытный рестлер, и ведет себя он более активно. Несколько ударов обрабатывает Стервятника и с одной стороны, и с другой. Вот сейчас коленом, такую печать об колено сделал он голове своего соперника. Да, мы видим, что Фредди чувствует себя очень-очень уверенно. Зрители пытаются как-то повлиять на Стервятника, но тому уже на первой минуте матча так тяжело. Ну что ж, посмотрим за еще одной попыткой. Фредди вроде бы дает начать своему сопернику матч вот так вот честно, на середине, рука в руку. Решил испытать свою физическую силу. Ну и вот, снова работа над телом, заканчивается все хедлоком. Фредди, конечно, мы уже видели на шоу Northern Storm, так же, как и Стервятника, мы видели, как на шоу Northern Storm Future, так и на втором большом шоу Northern Storm Wrestling. Ох, бодидрап не удался, Стервятник остается на ногах. Плохо! Наконец-то у него начинает что-то получаться. Стервятник, конечно, парень, который знает, что такое трудности в жизни. Поэтому через трудности в матче он тоже может пройти. Но вот, правда, Фредди успевает нанести свой удар по спине. Сейчас думает, что бы еще сделать со своим соперником. Да, такие удары смотрятся немного издевательски по отношению к Стервятнику. Фредди избивает его методично. Опять почувствовал в себе большую уверенность. Ну, что еще? Конечно, Фредди прежде всего известен своей техникой капоэйры. Но в этом матче пока что ему ее даже слишком не приходится использовать. А вот, пожалуйста, мунсолт из угла и удержание до двух. Пока еще, конечно, Стервятник может продолжать этот бой. Но чего-то ему не хватает. Совсем недолго продолжалось его сопротивление. Я думаю, мало кому хочется видеть в матче одностороннее избиение. Вот, пожалуйста, сколько раз еще его голова встретится с тюрбаклом. Раз, два, три. По разным канатам, по разным подушкам. Пока что к Фредди вопросов никаких нет. Главное слишком не заиграться, не забыться, а все-таки доводить это дело до победы, до уверенной победы. Но, похоже, Фредди именно это и собирается сделать. Пожалуйста, выбрасывает своего соперника через канаты. Что, зрители реагируют на это все. Они понимают, что происходит. Понимают, что, скорее всего, им дальше придется видеть то, как Фредди будет уничтожать своего соперника. Что, еще одно сальто? Пожалуйста! Более рискованное. За пределы ринга, но выполнено безукоризненно. Начнется ли все-таки Стервятник или нет? Сможет ли он хоть что-нибудь показать в этом матче, помимо фактически одного приема, которым он тогда уложил Фредди? Да, говорит, мол, пожалуйста, смотрите, смотрите на этого парня, смотрите. Можете даже сами его. Пожалуйста, чопы.
да, конечно, не очень это все приятно. Для стервятника прежде всего. Вряд ли он выходил на этот бой, думая, что его ждет такое наказание на ринге, что его ждет, возможно, такое издевательское поражение. И даже до конца он не стал додерживать его. Посмотрите, какая самоуверенность. И решил еще что-нибудь показать Фредди. Так. Отличный кик. Разгон туда, в угол. Чисто по-человечески хочется, чтобы все-таки стервятник очнулся и что-нибудь показал, но пока все очень-очень далеко от этого. И по-хорошему Фредди уже бы давно мог зафиксировать свою победу. Но он дальше решил показать класс своему сопернику. И вот наконец-то стервятник приходит в себя. Первый раз за несколько минут что-то у него получилось. Пожалуйста, кроссбади, удержание. Только два, конечно. Фредди еще полон сил. Не ожидал он, что его соперник хоть что-нибудь еще сможет показать в этом матче. Стоит вести себя повнимательнее, а стервятник. Не остается другого выбора. Надо пользоваться ситуацией. Пользоваться тем, что сейчас Фредди... Да, Фредди расположен в такой позиции на канатах. И атака от него. Ох, почти пробежался по спине своего соперника. Удержание. Только два. Очень важно, что стервятник все-таки сумел перейти в атаку, все-таки он не сдавался фактически до самого конца. Но вот теперь, пожалуйста, вот теперь ловкость и техничность Фредди во всей красе. Вы посмотрите, как он выворачивается. Так, не получилось. Стервятник на ногах. И что? Удар в корпус. Ну и все-таки здесь Фредди тоже остается в норме. Гром в раю, удержание, раз, два, три. Все-таки Фредди заканчивает свое дело. Побеждает в этом матче довольно убедительно, если говорить... Если говорить обо всем бое, но мы видели, что стервятник все-таки не сдавался, что все-таки к концу у него кое-что начало получаться. Уважаемые гости, сейчас вас ждет необычный поединок. Итак, встречайте. Рост 180 сантиметров, вес 84 килограмма, Иван Мор. Необычный поединок нас с вами ждет. А это, конечно, интригует. Необычно. Конечно, когда необычный поединок, всегда становится интересно, что же именно нас ожидает. Пока что к рингу идет Иван Мор, известный по команде «Культ Света». Вот мы видим, этот довольно темный паренек. Интересно, что же его сейчас ждет. Ну и нас тоже, как зрители. И его соперница. Рост 170 сантиметров, вес 53 килограмма. Встречайте, прекрасная Милана! Ну, вот, собственно, все становится понятно. Нас ждет матч межполовом. Да, не самое частое зрелище в профессиональном рестлинге, но это будет довольно интересно. Милана идет на ринг, и мы уже видели ее в деле, мы понимаем, что в принципе она готова. Она готова к поединкам, в том числе и с представителями сильного пола. Да, выглядит она довольно угрожающе сейчас. Интересно, конечно, что думает Иван Мур
какую тактику он изберет на такой необычный поединок. Будет ли он уверен в себе, или будет ли он относиться к Милане как к равному сопернику, и поэтому будет вести себя, соответственно, аккуратно. Ну что ж, поехали! Да, схватились на середине ринга. Классическое начало. Иван Морн первым берет контроль над Миланой. Выход на сворачивание, но не успевает. Даже рефери не успевает добраться до отсчета. Вот, пожалуйста, клоузлайн. Дальше удар локтем от Миланы. Перебросочка. Ну и что, Иван Морн? Ожидал ли он такого поворота? Ожидал ли он такой атаки? Ух! Достанется всем. Всем, кто попадет под ее гнев. Конечно, тут культ света. Но Иван Морн пользуется этим. Он теперь переходит свою атаку. Иван уходит. Сворачивание нет. Все-таки не успела опять же довести. И вот еще один клоузлайн. Да, шея об колено. У любого от таких приемов начнутся проблемы. Неплохой суплекс, но удержание, опять же, удержание, дело даже не доходит. Даже ни одного удара судья не успел совершить. И вот опять Милана в деле. Приняла она на себя несколько таких сильных приемов. И вот опять попытка Ивана Морна. И уходит, вы посмотрите, сворачивание. Два. В общем-то, держится она не то что на равных, она даже чуть-чуть опережает Ивана. И теперь удержание будет уже от нее. Или нет? Да, такой вот быстрый матч довольно. Быстро меняется ситуация. Ушел от этого кика Иван Морн, но у него тоже ничего не выходит. Какой раз он уже ее поднимает на плечи. И сворачивание от Миланы. Раз, два, три. Вот, пожалуйста. Победитель матча Милана. Да, бывает и такое. Иван Морн может возмущаться сколько угодно, но мы все видели. Милана победитель этого матча. Ну а мы увидимся с вами чуть позже. До свидания, дорогие друзья.